последняя вечеринка Изюма. Как вы думаете, что у вас останется в память от этого клуба? А у нас останется в памяти клевые вечеринки, замечательные люди и... Да, вообще, но посмотри, вот как такие женщины могут не остаться в нашей памяти вообще в этом клубе? Ты что, издеваешься? Замечательные просто девушки, красивые вообще, то есть высокие. Мы уже ведем с ней переговоры, может быть, по поводу, как бы нам наша группа пошла. Правда? Да. Да. Ребята, каким вы видите вообще будущее этих стен? Возможно, у вас есть какие-то представления, что будет здесь? Пивнуха. Пивнуха и будет, я тебе уверяю. Я просто знаю точно, я не представляю, я просто знаю, что будет пивнуха. Ну, а если здесь будет, как ты говоришь, пивнуха, тебе захочется сюда возвращаться? Возвращаться вряд ли, но как бы... Заходить так... можно будет. Не знаю, но пивнуха, понимаешь? Я просто не хожу по пивнухам, но, в принципе, наверняка найдутся контингент людей, которые хотят сюда прийти. Спасибо, ребята. Веселитесь и развлекайтесь.